Добрый вечер всем. Че, здесь будете спать? Или в комнату пойдете, а? Или пока на диване будете валяться? И сразу все засуетились. Родиндрончик маленький, маленькая радуська только говорит, не, я вот валякаюсь и буду валякаться, да? Скажи, я вставать не намерена. Че это, скажи, я буду вставать, беситься что-то? Мы сегодня весь день делами занимались. Даже практически времени не было ничего снимать. Поэтому вы уж нас извините, наши дорогие. Вот так вот сегодня совсем маленечко видео. Потому что работой нас загрузили, да? Ой, Сиюшка, что, Саша игрушки разложила? Скажи, мне мало места, да? А давай вот так вот. Мы одну игрушку на другую вот так вот посадим. Так, тебе хватит местечко? Ой, так, а тут у нас что за живой комочек? Милашка. Милашка, все, спряталась девчонка. Под свое любимое одеялко, да? А это не написано, это у нас от белизны пятнышки. Да, да. Вот, поднять тебя нужно, поднять. Сейчас, миленько. Сейчас приподниму. Вот, вот. Не может запрыгнуть, да? Не может. Иногда, правда, придуряется, не там может. Так, а что беситься начали? Лялюша, красивая ты наша зверуша. Кто любит точно спокойной ночи всем желать, это Лялюшка. Скажи, я люблю поспать. Да, красотка наша. Ну, а мы всех целуем, обнимаем, самой сладкой ноченьки желаем. И надеемся, что завтра порадуем вас какими-нибудь видео, какими-нибудь событиями, да? Всем до завтра и самых-самых добрых снов.